мои, всем привет! Сегодня буду добывать семена голубой ели, их посажу и потом покажу вам результат. Около моего дома растут великовозрастные, очень большие, очень старые голубые ели. И постоянно можно наблюдать внизу вот такие вот шишки. Я собрала 3 шишки, положила. Сутки они у меня просохли. И сейчас я вам покажу семена. Друзья, если вы еще не подписаны на мой канал, советую подписаться. После того, как подписались, не забудьте нажать на колокольчик. Уведомлять о выходе новых видео. После того, как они просохли, семена начинают, если они там есть, они выпадать сами. Можно немножечко их потеребить. И вы увидите, как они выпадают. Их достаточно много здесь. Конечно, что-то выпало здесь. Не все семена. Но уверяю вас, что вам хватит. Семена я добыла. Вот они, семена с крылышками. И здесь всякий мусор. Но его убрать очень тяжело. Практически нереально. Вместе с мусором уходят наши семечки. Поэтому будем сажать сразу вот эту всю композицию. Вообще всю рассаду я люблю сажать в такую конструкцию, потому что она не нуждается в поливе. Если даже вам некогда, то ваша рассада не засохнет. Это пластиковая бутылка. Здесь вода наполнила землю, пролила ее. И теперь просто... набросаю семена. Семена у нас бесплатные, поэтому жалеть не стоит. Сверху присыпаю землей где-то примерно 1 сантиметр. Теперь я ее разравниваю. Семена, которые выходят, я их просто внутрь сажаю. Теперь еще раз проливаю пакет, подписываю и в теплое место будем ждать сходов. Если бы видно, что не все углубились, проверяем. Прорастет, то прорастет. Посмотрим. Так, друзья, сегодня у нас 9 число. И посмотрите на мои всходы голубые ели. Появилось 2 семечка, таких уверенных. Прям вот, знаете, такие крепыши. И я думаю, что скоро и появятся и другие. Как вы видели, я взяла это с одной шишкой. Но видите, что-то прорастает, что-то не прорастает. Но так как у нас материал... то, что мы добыли бесплатный, то я очень этому рада. Так что видите, как просто быстро можно вырастить голубую ель из шишки, которую вы подобрали. И поэтому дальше уход, наверное, я покажу в следующем видео. А на этом я хочу с вами попрощаться. Делитесь этим видео с друзьями, им будет тоже полезно. А сейчас прям самое-самое время собирать эти шишки. И всем пока-пока, удачи в садоводчестве, в цветоводстве, в саду, в огороде. Все, всем пока.